Меры государственной поддержки для сельскохозяйственных производителей, которые развивают или планируют развивать сельский туризм на своих территориях, обсудили на выездном заседании на ферме Цветковых представители самого хозяйства, Мособлдумы, областных министерств и администрации городского округа Щелково. Предпринимателям напомнили о том, что они могут получить на развитие своего бизнеса субсидии и гранты, а также воспользоваться льготами, например, безвозмездным пользованием земельного участка на срок до 6 лет. Ферма Цветковых продолжает развивать агротуризм. Здесь разводят крупный рогатый скот и производят кисломолочную продукцию. А каждые выходные родители с детьми, школьники и студенты приезжают сюда, чтобы поближе познакомиться с буренками. Хозяйство приглашает гостей с 2019 года. Развитию туризма способствует грант в размере 10 миллионов рублей, который фермеры получили в прошлом году. На эти средства они построят несколько гостевых домиков, шатер и трапезную. Мы заняли свою уже определенную нишу в области и как сельхозпредприятие, и как предприятие, занимающееся, это сейчас вот назовем этот тренд, это агротуризм. Да, но в то же время есть те вопросы, которые требуют поддержки. В частности, глава хозяйства говорил о необходимости расширения производства и ассортимента продукции. Познакомился сегодня первый раз с ним. Я вижу, что человек очень неравнодушный, очень заинтересован. Я думаю, что он будет и дальше выигрывать гранты. Это в помощь. Все-таки 10 миллионов рублей, которые он получил, это немалые средства. И я уверен, что мы через некоторое время увидим уже другой уровень его развития. Напомним, для фермеров доступны консультации по вопросам получения гранта в Центре агропромышленного развития Московской области, где специалисты на безвозмездной основе помогают подготовить пакет документов. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте организации по QR-коду, который вы видите на экране. Евгения Крытько, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.